Предновогодние дни особенно активно солигорчане совершают покупки продуктов питания, сувениров и подарков. В целях максимального удовлетворения спроса населения на праздничные товары начали работу предновогодние ярмарки на центральной площади города. Предприятия Солигорского и соседних районов представляют продукцию собственного производства, продовольственные товары, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, а также новогодние атрибуты. Некоторые предприятия организовывают дегустации своей продукции. Торговые ряды на площади работали в прошедшие выходные. Следующая ярмарка состоится перед католическим Рождеством.